Всем привет! Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн». Москвичей приглашают на конференцию по ландшафтному дизайну. С 7 по 9 февраля в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» пройдет вторая конференция открытого международного конкурса и фестиваля городского ландшафтного дизайна «Цветочный джем». Об этом сообщайте на официальном портале мэра и правительства Москвы. Ведущие российские и иностранные эксперты, которые примут участие в конференции, обсудят современные тенденции отрасли и расскажут, как развивается образование в этой сфере. В сообщении отмечается, что посетить мероприятие могут все желающие. Для этого необходимо зарегистрироваться. Подробное расписание конференции можно найти на сайте мэрии. На этом у меня пока все. Больше новостей на сайте mymsk.online. До скорого!